Первое воскресенье декабря на Кубани отмечают День аудитора и бухгалтера. Высокая надежность и профессионализм – так можно охарактеризовать людей, выбравших своей судьбой эту профессию. Во всем мире проявление профессии бухгалтера связывают с венецианским математиком Лукой Пачолли, который еще в конце 15 века опубликовал книгу, в которой говорилось о принципах ведения учета и описывался порядок оформления специальных журналов. И вот уже более 500 лет эта профессия – одна из самых популярных и востребованных. Важность работы сотрудников в бухгалтерии, думается, нет необходимости доказывать. Именно они оформляют все необходимое, чтобы в срок финансировались строящиеся объекты, правильно и вовремя начислялась и выплачивалась заработная плата, словом, чтобы финансовая деятельность предприятий и организаций была неизменно на высоте. Первое воскресенье декабря бухгалтеры Краснодарского края отмечают свой профессиональный праздник. И представители этой уважаемой профессии, которые работают в централизованной бухгалтерии управления социально-культурной сферы Славянского района, были приглашены на торжественный прием к главе Славянского района. Роман Синеговский поздравил всех приглашенных с праздником. Я от души вас поздравляю с вашим праздником. Бухгалтер, аудита, вот всегда говорил, деньги нужны всем. Сегодня мы строим серьезные объекты краевого федерального уровня, та же школа, допустим. У вас слаженно ведется работа. За это вам большое спасибо. Директор централизованной бухгалтерии Данута Букач подробно рассказал о каждом специалисте, приглашенном на прием, описывая положительные человеческие и профессиональные качества. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовка сердечно поздравил бухгалтеров с праздником, отметив, что от их точной, слаженной работы впрямую зависит социальное благополучие славянцев. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в честь Дня аудитора и бухгалтера Краснодарского края всем приглашенным были вручены благодарственные письма и ценные подарки. Хочу сказать спасибо большое нашему руководству за приглашение, за поздравление в наш профессиональный праздник. Это дорогого стоит, очень приятно. Будем стараться дальше. Нина Чернуха – молодой специалист, работает недавно, но уже успела зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Я всегда мечтала быть бухгалтером. Я поступила в техникум сельскохозяйственный. И вот сегодня настал мой день, день бухгалтера. Я работаю в прекрасной организации, в администрации города. Хочу сказать спасибо большое всем моим педагогам, которые меня обучали, что они вырастили такого молодого специалиста, который стремится всегда и везде, хочется познавать всего больше нового, интересного, вникать в свою работу. Вот такие молодые специалисты, которым передают свой опыт настоящие профессионалы и обеспечат будущее этой незаменимой профессии. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».